бывают картины, истории героев. Я сижу за чашкой кофе, сочиняю стих. Временами мертвый, но чаще живее всех остальных. Не сплю темными ночами, видимо, уже привык. Остались ли мои треки в твоих плейлистах? У меня все как обычно, все на привычных местах. Привычные слова и люди вполне привычные. Посижу часок и выдам что-нибудь личное, знаешь. А ведь я не видел тебя уже несколько лет. Может быть, у тебя теперь есть дом и семья, почему бы и нет? Быть одиночкой легко, если хранишь в шкафу скелет. Но для тебя я бы точно этого не хотел. Нет, родная, люди жестокие и злые, как никто это знает. Надеюсь, что никто из них тебя не обижает. Поверь, где бы я ни был, я часто тебя вспоминаю. Ищу себя тем, что тебе тоже меня иногда не хватает. Помнишь, что я выписывал? Нет, не помнишь, конечно. Холодно, снежно, убей меня нежно. Я написал в твоем падике, за что получил лютых вещей от жирной злобной консьержки. Мне выдали ведро и тряпку, чтобы оттереть краску, но эта падла засохла и нифига не оттиралась. Я тогда по-тихому свалил, разрушив прекрасную сказку про смелого принца, жестоко обидевшись, то очень громко ругалась. А эта надпись до сих пор осталась. Как остается то, что стереть не в силах ни время, ни старость. Как хорошее кино, к которому и возвращаться в радость. Для двух зрителей всего это практически вечный блокбастер с тупейшим концом. Но как же прикольно все начиналось. Припев.